сковала поясницу. Нету возможности подняться, выполнить элементарные движения в системе самообслуживания. Трудно сходить в туалет. Трудно подвигать ногами для того, чтобы просто одеть штаны или одеть тапочки даже на ноги. Пока доктор приедет, пока скорая помощь прибудет, пока вы найдете что-то такое, что может вам помочь в силе, в системе обезболивания, помните, пожалуйста, о том, что есть замечательное упражнение, которое хорошо и быстро снимет перечисленное мною высшее недомогание. Упражнение называется «Волшебный узел Будды». Что вам для этого нужно сделать? Вот таким вот образом соединить ваши руки. Ваш мозг покажет, какая рука у вас будет рабочая в этом смысле, в какую сторону надо будет тянуть поверху. Перенести волшебный узел Будды на середину расстояния между солнечным сплетением и пупочком. Вот в этом месте, вот так вот расположить. Глубоко вдохнуть. Резко выдохнуть и, не дыша в течение 5 секунд, попытаться узел Будды разорвать. Показываю, как это делается правильно. Вдыхаем, максимально резко выдыхаем, не дышим 5 секунд и рвем волшебный узел Будды. Вдохнули. Обязательно восстанавливайте дыхание. И помните, пожалуйста, о том, что это упражнение относится к упражнениям скорой помощи. Очень часто им пользоваться нельзя. А в системе нашей рефлекторной гимнастики волшебной силы Будды занимает одно из достойных и значительно терапевтических мест. Очень часто выполнение этого упражнения под названием «Волшебный узел Будды» сопровождается мягким щелчком. Что же происходит во время выполнения этого замечательного упражнения? Мы с вами снимаем нагрузку в области пояснично-крестцового отдела, улучшаем систему кровоснабжения именно в этой части позвоночного столба, снимаем нагрузку на систему корешков нервных, которые выходят и входят в этот отдел позвоночного столба. И в связи с этим мы снимаем болевое ощущение. Напряжение и спазм мышцев этой части позвоночника. Как оказать себе помощь другим большим количеством упражнений? Мы вам будем демонстрировать в течение 3 дней на нашем интенсиве под названием «Фонтан энергии». Регистрируйтесь и обязательно приходите. Ссылочка под этим видео. Учитесь оказывать помощь себе и близким, чтобы чувствовать себя всегда на коне и быть максимально защищенными.